Матч для нас сложился хорошо, в принципе. Мы доминировали, мы атаковали, но не обязательно гол пропустили. Так что потом мы просто добавили, мы не паниковали, самое главное, играли свою игру. И мы знали, что мы добьемся результата, мы гнули свою линию спокойно, и мы этого добились. Так что я считаю, мы победили сегодня заслуженно в любом случае. Так что мы идем дальше, победа в каждом матче, так что впечатления такие, я говорю, только положительные. Саш, что не получилось с первого? Да все получалось, просто пропустили гол, ну гол не обязательный, там сумбур, удар, рикошет, гол, вот и все. А в принципе у нас все получалось, мы контролировали, мы доминировали, мы создавали много моментов, просто реализации чуть-чуть не хватало. Ну и все, а так все получалось, все было хорошо. Судя по всему, счет должен быть крупнее. Стадии столбов, да, мы, наверное, торопились в стадии завершения. И хотели забить и быстрее, и много. И потому где-то вот чуть не хватало, я думаю, хладнокровия. У нас хорошие впереди играют футболисты, исполнители. Но сегодня чуть-чуть не летел мяч в ворота. Где-то судья отменял голы во втором тайме. Ну, чуть-чуть надо было хладнокровнее, но мы все равно добились своего результата, это самое главное на сегодня. А с Марвой соперник удивился? Или? С Марвой, да, мы готовились, мы разобрали их полностью, мы знали, как они будут начинать, мы знали, как они будут перестраиваться, как они будут играть, мы полностью знали их сильные, слабые стороны. Мы понимали, что стандарты, они будут на это ставить акцент, на длинные передачи, на стандарты, в принципе, мы сегодня это увидели, так что мы чего ожидали от них, мы то и получили. Просто, еще раз говорю, необязательный гол, который не вытекал из игры полностью. И чуть-чуть поменяли акценты в игре, что для них это, конечно, был плюс, потому что они оборонялись и повели в счете. Но мы своим напором додавили их, но это самое главное.